13 августа 2020 года. Город Лиман, Донецкая область, северная сторона. Произошло это сегодня с часу до двух ночи. В интернете пишут, что за рулем был бывший сотрудник областной прокуратуры. В данный момент он находится в травматологии с переломом ноги. Ничего себе! В крови был выявлен алкоголь. Ого, аккуратнее, аккуратнее! Кирпичи даже здесь отошли, да? Да. Кошмар. Не, просто с какой скоростью ехать надо было? Да ну да, скорость. Все, и двигатель куда-то размазывался. Наверное, что окно спасло, не стенка. Это тут окно, да, было? А вообще, не знаете, да? Там мы сами вот это только увидели. Похоже, подушка сработала. Подушка, да. Кирпичи. Так, это... Получается отсюда. Это да. Вот такую тумбу вывалить. Ого. Прыгнул. Ну да, сколько вот что... по бордюре. Сколько что скорость была, ничего себе. Так это надо было по Пушкинской получается, по да? Прямой, да, наверное. По Пушкинской сюда. А как он так? А, и задок развернуло, скорее наверное, всего. Наверное, туда влупился его. И задок просто крутнуло. Да. Получается, с этой улицы влетел. Вот так прямо на жопу развернуло. Повезло. Вывернула столб.